Когда в одно местечко во Флориде случайно забрел медведь, полицейские должны были что-то предпринять. Они пытались усыпить животное при помощи снотворного и отвезти обратно в заповедник, но внезапно все пошло не по плану. В подобных случаях в животное обычно выстреливают дозой снотворного, а затем увозят обратно в близлежащий лес. Дротик со снотворным напугал медведя, и он побежал к морю. Пока медведь плыл все дальше и дальше, его постепенно начал одолевать сон, и он стал тонуть. Адан Уорвик, биолог из Союза охраны природы, принял решение срочно действовать. Те, кто находился поблизости, были шокированы и вначале хотели остановить Адама. Решение было принято мгновенно, когда я увидел совершенно беспомощного тонущего медведя, у меня адреналин выбросился в кровь, говорит Адам. Медведь мог разодрать Адама своими когтями. Сначала зверь старался взобраться на него, чтобы выбраться из воды, но настолько обессилел, что не мог двигать лапами. Адаму пришлось действовать быстро. Он держался спокойно и пытался взять медведя за шкуру. Медведю было трудно держать голову над водой, но Адам не сдавался. У всех свидетелей происшествия перехватило дыхание при виде того, как Адам протащил почти 200-килограммового медведя 20 метров до берега. Казалось, вечность прошла до того момента, как Адаму все же удалось оттащить измотанного медведя на безопасное расстояние. Медведь лишь слегка поцарапал Адама. На помощь обоим уставшим пловцам подоспели другие спасатели. При помощи экскаватора ослабевшего медведя погрузили в машину и доставили обратно в заповедник Аскеола. И Адам, и медведь точно не скоро забудут этот день. В своей среде обитания он определенно выглядит счастливее. Я думаю, теперь он некоторое время будет держаться подальше от воды, говорит герой. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк. Увидимся!